Всем привет, всем доброго времени суток, с вами Виктория. Сейчас хочу показать вам платье из прошлой коллекции осенней. Это у нас коллекция анималиста, вязаное платье с люрексом, модель 126W4102. Цвет черный с золотом, состав ткани 65% полиэстер, 25% вискоза и 10% люрекс. И у нас это платье в каталоге идет по супер цене от 999 рублей для размеров 40-44, для размера 46-50 цена 1199 и для размера 52-56 цена 1399 и минус скидка консультанта 20% на это платье. Я уже вам в видео сейчас тоже позже скажу, что я это платье первый раз заказывала в размере 50 и мне оно по груди оказалось мало, то есть я его вернула назад и по горловине тоже было очень плотно. В этот раз я решила это платье взять в размере 54 и не прогадала. Оно вот смотрится как футлярчик, достаточно не в обтяжку, немножко вот по бедрам свободно. Сейчас я вам скажу его размеры. Длина платья в размере 54 104 сантиметра, рукав у нас длинный 61 сантиметр, под мышками полуобхват 55 сантиметров, ну примерно вот на объем груди 110 идет, и по выточкам 54 сантиметра. Здесь еще имеются у нас две боковые выточки, по бедрам примерно 55-56 сантиметров, ну примерно вот на бедра где-то 110-112 сантиметров. Эта модель, она идет у нас на мой рост 1,67 м длиннее колена, никаких молний, ничего нет, то есть просто у нас по спинке изделия имеется встречный шов по центру спинки. И вот больше ничего, никаких молний нету. Ткань здесь в меру такая вот плотненькая, то есть она плотная, но прям вот не сильно такая плотная. На холода подойдет просто идеально. И вот так выглядит у нас это платье с изнанки. Пошито все очень хорошо. По пошиву у меня претензий, нареканий нет никаких. И вот так вот выглядит у нас это платье, если вот посмотреть ткань поближе. Такой желтый люрекс здесь вшит, и он достаточно деликатный, то есть его здесь всего 10%. Сейчас я покажу вам, как смотрится это платье на мне. И это платье за такую цену, конечно же, я себе оставила. Вот сейчас под шубу оно просто подойдет идеально для ежедневной носки, просто отличный вариант. Смотрите дальше, не переключайтесь, как это платье смотрится на мне. Девчоночки, всем еще раз большой привет, с вами Виктория. Сейчас я хочу показать вам платье из прошлой коллекции, коллекции анималиста. Это вязаное платье с люрексом, с таким вот леопардовым узором. Вы знаете, такое платье я заказывала первый раз осенью и заказывала его в размере 50. И платье мне оказалось мало. То есть оно мне оказалось мало в груди. И я вот, ну, его примерила, даже не стала дальше натягивать. И по горловине здесь очень высокий ворот, поэтому по горловине в 50 размере тоже было достаточно плотно. И я увидела, что в первом каталоге это платье у нас идет по супер цене, просто шикарная цена на это платье, и поэтому я решила еще раз попробовать его заказать. И на этот раз решила, что возьму это платье в размере 54. Платье на мне село очень хорошо. Платье выполнено у нас модель в форме футляра, и это платье я решила себе оставить. Сейчас вот в холода оно смотрится за счет люрексовой нити. Люрексовая нить здесь такая неброская, то есть она, ну вот желтый люрекс у нас идет ввязан в ткань, смотрится достаточно неплохо. Оно не очень плотное, средней плотности, и вот сейчас носить его шуба или с пальто, то на повседневку это платье подойдет вот с сапогами, просто отличный вариант. Поэтому за такую цену, девчонки, я, конечно же, решила, что его обязательно себе оставлю. Длина в этом платье в размере 54 вот идет ниже колена. В принципе, смотрится неплохо, поэтому, конечно, смотрите сами, решать вам, заказывать или нет, но я буду носить его с большим удовольствием. На этом говорю вам пока-пока, до свидания, до новых встреч!